Всем привет, с вами канал Параноик, и сегодня мы затронули такую вот щепетильную тему, которая возникает в жизни любого индустриального туриста-выживальщика. Это необходимость спуска с отвесной стены, либо же спуска, допустим, со второго, третьего этажа и выше. Какое бюджетное снаряжение можно использовать для этих целей, я вам сейчас более подробно расскажу. Для создания поясной страховки будем использовать, в моем случае, это 6 метров веревки. Значит, обвязываем ее вокруг пояса, продеваем этот край. Вот таким образом у нас тут получается своего рода петля. Берем эти два конца веревки и через низ заводим, вытягиваем. Свободные концы продеваем в эту петлю. Ну и, соответственно, затягиваем. Дальше продеваем ее под ногу. И опять же, с внутренней стороны выводим край веревки. Делаем обычный узел. Второй. У меня длина веревки позволяет делать несколько узлов. Чем больше их будет, тем будет лучше. Контрольный. Свободный край веревки можно спрятать, к примеру, в карман. Со второй ногой проделаем то же самое. Свободный край веревки продеваем под эту. Вытягиваем. Связываем обычный узел. Делаю 3 и контрольник. Свободный край прячем в другой карман. Дальше у меня есть вот такого плана карабин. Продеваем через образовавшуюся петельку. Проворачиваем. Все, поясная страховка готова. Дальше нам необходимо закрепиться за конструкцию. К примеру, для примера возьму вот эту конструкцию. Берем короткий край веревки в правой руке. Заводим руку снизу. Делаем оборот против часовой стрелки. Вытягиваем этот край веревки. И затягиваем. Свободный конец для контроля пропускаем в эту петельку. Все. Дальше будем использовать наш карабин. Берем веревку, продеваем через карабин, делаем один виток. Ну, в принципе, одного витка хватает. Кто хочет более спокойный, медленный спуск, можно использовать и второй виток. Мне достаточно одного. Заводим за спину длинный конец веревки, делаем натяжку. Теперь, в чем заключается смысл? Во-первых, эту веревку вы держите в руках, она у вас по центру выходит, и с помощью руки регулируете свой спуск. Отведя руку в сторону, начинается, скажем так, свободное не падение, а контролированное падение. Если необходимо остановиться, руку возвращаете обратно. Сразу хочу сказать, что данное видео не является каким-либо обучающим материалом. Я лишь поделился тем способом, который использую лично я, и он мной проверен. Ну, а кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, и до новых встреч. Пока!